И всем привет! С вами снова я, Гаврила Крипова, и в этом видео мы будем проходить игрушку Denan. Но на этот раз с небольшими читиками. Ну что ж, давайте стартовать. Конечно же, мое имя. Английский язык, который тут есть. Музыку оставляю включенной и обязательно выбираю Easy. Потому что я хочу поиграть на сложности Easy. То есть легкая. Легкая сложность. Вот мы начинаем. Я maybe Gavrila X, и я буду вести себя хорошо. Но это не точно. Я включаю режим бессмертия. Ну и что же, давайте что ли начинать? Только монашка тут почему-то слышит абсолютно все. Но мне на это плевать, если честно. Ой, она идет. А хотя у меня же есть good моды. А, ну и она где-то справа, значит, она. Значит, она внизу была. Так, допустим, я сейчас банку брошу вниз туда. Вот он. Вон там вот она, короче. Теперь надо искать проводок. Вот он. На всякий случай еще ящики посмотрю. Ого. Тут карточка. Ничего себе, впервые такое вижу. Так, ладно, окей, карточку пока что вон туда кидаю. Сейчас я отвлеку монашку внизу с помощью вот этой вот баночки. Вон туда кидаешь, и отвлекается она. Теперь я беру кабель. Хоть маленький, но кабель. И устанавливаю его. Все. О! Какой сюрприз! Чик! А, у меня же читы! На! У меня же читы! Так, она там где-то справа? Так, мне нужно вот сюда. Там она бегает где-то. Ищет меня. Так, мне сейчас очень сильно нужны ножницы. Ой! Открываем, открываем, открываем! Так, уходим. Режем углы. Уходим, 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 уходим. Так, вот сюда. Ой. Так, она слепая. Походу, она еще и тупая. А, нет, не тупая, она налево пошла. Вот дурочка. Так. Отзываю ее туда, вниз. Ну-ка, давай-ка уходи, давай. Туда. Ой, нет, она не это, не услышала. Так, ладно, хорошо. Окей. Блин. Тут ничего нету. Книжка старая. Шкаф упавший. Но тут больше ничего нету. Ой, блин, я нашумел. Я нашумел!
Она где-то внизу, походу, ходит. Так, окей. Хорошо, теперь нужно искать лом. Нету, нету, нету. Ой! Уходим куда-нибудь. Ух. На. Блин! Нашумел. Фух. Ее там не было, это хорошо. Так, а где лом? Ой. А где лом? Лом, походу, где-то здесь. А где он тут может быть? А, во, голова козла, это хорошо. Ребята, где еще может быть лом-то? Алло. То я что-то его найти никак не могу. Так, вот я одел голову козла. Сейчас я бегу вниз за крыльями. Мне нужно еще одеяло. Так, а где монахиня-то? Что-то мне это как-то не нравится. Я украду побольше! Юкруды попушит, быстрее уходим. Так, здесь, сюда быстрее. Ой. А тут ничего не может быть. Юкруды попушит, господи. А где лом-то? Я лом до сих пор еще не нашел. Я или что-то где-то пропустил, или что-то где-то еще забыл. Черт возьми, пишут там в Дискорде. А где это, блин? А где я забыл-то? Может быть, надо было правильнее искать? Черт возьми, у меня чуть сердце в пятки не ушло. А где лом-то? Пиу! Вот так вот. А ну что, где-то там? Так, аккуратненько здесь спрячусь. Все, она уже в спортзале. Югарный бабыш возвращается. Заметила! А почему музыка не играет? Она же заметила меня. В смысле музыка не играет? Почему? А я не поняла, где у нас этот... Как вам? Где у нас... Где у нас лом? Лом. Мне нужно найти лом. Где лом? Дайте мне ломяру. На! Футбол, иди там поиграй. Да блин, как вы это достали, блин, уже в Дискорде. Так. Сюда я, конечно же, не проберусь. Мне нужно найти лом. Но вопрос, где я его найду? А, я придумал. Где же есть бумага? Я могу просто ее кинуть аккуратненько и смыться куда-нибудь. Ой. Она где-то поет. А, книга, 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 ребята, книга.
Книга может подойти. Давайте. Книгой бамс. Во. Ой, зараза. Ничего себе, она нам дверь открыла. А как она вообще увидела-то меня, а? Значит, надо было один предмет куда-нибудь выкинуть. Туда! Аккуратненько книгу взял. И монашка меня не заметила, это хорошо. Кидаем! Блин, я дебил, что я сделал? Ой! Да на! Йокарный папешин. Ох, ушла! Наконец-то, вот она. Бегает там. Тише! Есть! Есть! Она открыла дверь! Давай-давай, уходи оттуда. Здесь одеяло! Ес! Я прошел игру! Я уже прошел игру, пара. Где-то прям близко. Вон она. Пять! Обходим. Она меня заметила, но это, на это пофиг. Я крылья еще не одел! Тут-то да. Блин, а крылья-то я там оставил. Ой! Блин, у меня собака залаяла. Погодите, сейчас приду. Так, ребята. Юкрин вышел! О, господи! Как же это страшно, ёкарный бабейшин. Зараза. Так, все, побежали. Побежали, аккуратненько побежали. Аккуратно. Осторожно. Не спеша. Да что ты тут делала-то? Юкарный бабай! На! Да на! Аккуратно. Жду. Жду, жду, жду. Thank you.
Ну, ёкарный бабэйшн! Тише. Блинский, картинский. Иди молись! Ес! Готово! Ключ от сейфа, быстрее! Это прохождение игры! Эй, монахиня! Она тупая. Она слепая. Она глупая, она не понимает то, что я сейчас иду к замку и... Да! Есть! Мы сделали это! Все вместе! Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь... Ой. Блин. В общем-то... Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Гаврила Криповый, и всем пока-пока!